Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Сейчас запишу для вас распаковку. Приехала к нам модель iOcean XM HD. Это всеми любимый телефон, только бюджетный вариант на процессоре MTK6582. Давайте рассмотрим, что в комплектации. Сам телефон, немного позже о нем. Вот такой вот бампер, инструкция, оригинальная пленка. И, кстати, вот еще одна, скорее всего, оригинальная пленка. И далее только зарядка и USB кабель. Сам телефон имеет стандартный внешний вид. Это стандартный iOcean XM. Такой же внешний вид имеет модель с 8-ядерным процессором, с 4-ядерным процессором. Сразу включу, покажу вам. В принципе, модель выполнена для бюджетного сегмента, то есть для того, чтобы не платить свыше 3000, потому что с нашей ситуацией в Украине, с курсом доллара, любая нормальная модель, 8-ядерная, помимо V200S, THL, уже стоит свыше 3000 гривен. Итак, что собой представляет эта модель? Стандартный iOcean XM, стандартный корпус, матовый пластик, везде все классно сделано, все собрано, никаких люфтов, своеобразное закрытие крышки, все как всегда. Значит, 3 сенсорных кнопки, меню домой-назад, сверху фронтальная камера, с динамик, датчик приближения, датчики освещения, с этой грани качелька громкости плюс-минус. Сверху разъем под наушники, с этой грани есть кнопка включения-выключения, снизу микрофон и разъем под микро-USB. Сзади есть динамик, есть 13-мегапиксельная камера, есть вспышка. Логотип iOcean, крышка такая матовая, soft touch пластик. Под крышкой у нас есть две сим-карты, стандартно одна симка большая, вторая маленькая, слот под microSD карточку и аккумулятор на 2000 мАч. Так, что касается экрана. Если честно, экран мне уже нравится, то есть здесь облегченная матрица, матрица OGS, но матрица не Full HD, как была всегда она у любого iOcean, а здесь HD матрица 1280x720. Я считаю, что для бюджетного смартфона, который будет у нас продаваться где-то по цене $160-165 в Украине из наличия, то, как по мне, экран очень хорош. Углы обзора тоже такие достойные. Но об этом всем в более подробном обзоре. И хочу я еще просмотреть, какой здесь будет звук у этой модели. Хочу проверить, насколько громкий. Звук нормальный, смартфон мне уже понравился. На этом будем заканчивать, я обязательно сделаю все стандартные тесты. Напоминаю, что это модель iOcean XM HD, это бюджетный вариант, цена где-то $165 из наличия в Украине. Они уже приехали, они уже готовы к отправке. Я как только закончу свои все тесты, сделаю полноценный нормальный для вас обзор, и вы сможете посмотреть и уже увидеть все плюсы и минусы этого смартфона. На этом все, спасибо, всего доброго.